Молодое пополнение противопожарной службы Павлодарской области приняло торжественную присягу. Накануне Дня защитника Отечества почти 30 новоиспеченных пожарных поклялись с честью и достоинством исполнять служебный долг. На церемонию принятия впервые были приглашены родители новичков, поступивших на службу в аварийно-спасательные подразделения. С напутственным словом выступили ветераны войны и противопожарной службы. Скорее всего, видя пример отца, деда нашего, вернее его прадеда, который воевал на полях Великой Отечественной войны. Решение сына было выбрать именно противопожарную службу. Я считаю, это достойный выбор, где действительно требуется не только физическая подготовка, главное мужество. Не каждый способен войти в горячий объект и тем более спасти чью-то жизнь. Я считаю, это, можно сказать, достойный пример. И поздравляю своего сына с принятием присяги. Мой отец работал также в пожарной части. Я выбрал эту профессию по его стопам. Профессия, я считаю, очень стойкая, опасная, мужественная. Поэтому желаю всем своим коллегам удачи во всем, быть всегда сплоченными.